Опасности и угроз военной эскалации со стороны Азербайджана на данный момент нет. Через делимитацию границы возможно вернуть оккупированные Азербайджаном территории, заявил Эдвард Асарьян. Президент Грузии призвала не признавать результаты парламентских выборов и выйти на улицы. Международные наблюдатели не сочли результаты выборов в Грузии свободными и справедливыми, заявил Блинкен. Нарушения на выборах в Грузии должны быть серьезно расследованы и исправлены, заявил Мишель. Москва готова обсудить предложение по расширению контактов с Грузией, заявил Лавров. Иран никогда не падает перед каким-либо агрессором, Пезешкян о нападении Израиля. Ирак подал жалобу в ООН на Израиль за нанесенный удар по Ирану через его воздушное пространство. Северокорейские войска дислоцированы в Курской области, заявил генеральный секретарь НАТО. Египет предложил заключить двухдневное прекращение огня и освободить четырех заложников.